Новогодние мошенники рынки наводнили жулики, которые под видом настоящей лососевой красной икры продают искусственную белковую. В преддверии Нового года решили провернуть аферу. Люди же все равно покупают, не будут сейчас открывать. Есть документы у вас на икру? А зачем мне документы, если я как потребитель купил себе личную икру? Вы же документы не собираете на то, что вы идете в магазин, гипермаркет, покупаете продукты, у вас же на колбасу нету документа, правильно? Даже если вы чек выкинули, уже нету документа никакого. Я купил игру, просто демонстрирую то, что у меня есть икра и все. У других нету. Это что, запрещено законом где-то? Подробности в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.